Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Давай. Вредина. Вредина. Сейчас кошке отдам все. Побесилась с котом. С котом побесилась. Давай. Давай. Ну? Говорить надо. Давай иди. Ну? Вредина. Ну, вредина. Кому там лазит? Тут поиграла с котом, поиграла. Аппетит должен подняться. А? Ты попросила кота, я тебе принес кота. Давай. Ну? Линять начинает. Ну иди. Ну ты что же настолько, столько уговариваете на, чтобы она подошла. Ну? Ну? Ленина. Дай. Слазь. И чё? Весенняя депрессия у неё. Неразделённая любовь. Давай. Ну? Ну? Не, аппетита нет, ничего нет. Только с котом надо кувыркаться. А коту надоедает это все. А тебе не надоедает. Ну?
Это он сидит, носом будет. Да, ноль реакции. Да? Курица мадам тогда. Знаете, курица, ешьте. Ну, а кот сейчас достанет. Давай, доставай там. А даже не бежит за мясом. Даже ни хрена не бежит. На. Кс-к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 с. И сюда. Ничего на нее, никакой реакции нет. На. Кс-кс-кс-кс-кс. Курица там мешает, он так бы залез. Ну давай, прыгай. Давай, доставай. Куриц боится. Куриц боится он. Так бы все мясо подобрал. Угу. Лучше сама съем, чем коту отдам. У лисы весеннее настроение, она ничего, у нее аппетита нет. Ну, на последний кусочек. Вредина. А, вредина. Ну иди. Вот ты же все вот видишь. Все она видит, не хочет она подходить просто. На, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, вон иди. О, сейчас кот достанет. Ну-ка, тут она не хочет отдавать тоже. Не хочет отдавать, лапы тянет. Не выше яйцо есть? Вот, скажи, после мяса кто яйцо ест? Ладно, все тогда.